Сколько таких историй уже было, сколько еще будет. Поздний вечер, бутылка водки, задушевные разговоры на кухне и, естественно, спор. Слово за слово. У одного доводы, у другого аргумент солиднее – кухонный нож. Удар в шею и победитель перепалки определен. А потом стыдливый побег, игра в прятки со следствием и полное отрицание. Но недолго. В ходе следствия была изучена личность обвиняемого, которым оказался 45-летний мужчина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство в отношении своего близкого родственника. Отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, он также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийства. Несмотря на непогашенную судимость, вновь совершил преступление, относящееся к категории особо тяжких преступлений. Обвиняемый, конечно, крутился ужом. И показания менял, и заявлял о мнимых гостях в тот вечер, но против прямых доказательств не устоял. За убийство ему грозит до 15 лет колонии, учитывая его послужной список, это более чем реально. Впрочем, забегать вперед не будем. Осталось дождаться вердикта Рязанского районного суда. Дело отправлено для рассмотрения по существу. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».